Привет-привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. С вами Лилия Донскова. И сегодня у нас будет обзор новинок из каталога номер один с компании Oriflame. Это вот такие вот новые жидкие блески. Даже могу сказать, что они стойкие блески для губ. У нас будет три вида: сияющие оттенки, мерцающие и глянцевые. И в первом блоке сияющие оттенки у нас целых 4 цвета. Просто необыкновенная красота. Сейчас будем все пробовать, чтобы у вас была возможность рассмотреть получше цвет блеска и подобрать себе тот, который вам больше всего понравится. И начнем с самого светлого. Это сияющий нюд 38771. Вот такой вот красивый блеск. Кстати, они все различаются по упаковке. То есть вот у сияющих оттенков вот такая красивая звезда. Здесь, да, какая-то графика на упаковке. Так, пробуем. Ой, как вкусно пахнет. Ну, просто необыкновенный классный аромат. Очень много блесток. Очень. Ну, не зря он называется сияющим. Вот такой вот светлый-светлый, нежный-нежный перелив на губах. Кстати, я на него по каталогу даже не обратила внимания. А сейчас смотрю, и мне очень нравится, и хочется таких вот нежнячих оттенков, чтобы ни к чему не обязывало, а просто был такой ровненький, приятный блеск. Классно. Запоминайте, рассматривайте еще раз. Следующий оттенок сияющий коралловый. Его код 38772. Такой вот красавчик. Сейчас наносим на губы. Здесь уже появляется цвет. Ощутимо. Красота. Ну, конечно, с цветом губы становятся более выразительные, такие эффектные. И я хочу сразу заметить, насколько удобная кисточка. То есть она прям вот скользит по губам, по форме, очень легко вывести красивый, чтобы лег оттенок, и достаточно хорошо цвет распределяется. То есть у меня нет проблем каких-то с нанесением. И написано, что не липкая текстура. Но все равно я чувствую, естественно, блеск, он не может не чувствоваться на губах, если сравнивать с помадой. Но он действительно не такой липкий, как, например, наша жидкая помада из серии The One. Да, очень приятно. Итак, оттенок сияющий коралловый. Вопрос от Витя. Следующий оттенок сияющий розовый 38773, его код. Вот такой вот красивенький цвет. Я хочу сказать, что я стираю помаду одну за другой и вижу, как много-много блесток остается. То есть они действительно наполнены блеском. И все сияют. Какой цвет! Очень красивый, такой живой, без фиолетового подтона, чистый розовый цвет, такой редкий. Ах, какая прелесть! Не могу молчать. Я вот наношу прям тонкий-тонкий слой. Посмотрите, как сразу преображаются губы, они все сияют, и очень красиво лежит он, очень классно, какой красивый цвет. Мне кажется, под глаза очень подходит, глаза голубые, такие серо-голубые, и с розовым так красиво смотрится, прям вау.
Итак, оттенок сияющий розовый. Следующий оттенок сияющий сливовый. Его код 388-74. Ой, 387-74. Уже более насыщенный должен быть цвет. Итак, пробуем. Как мне нравится пробовать помады разные, когда выходят новинки, это просто фантастика. Кстати, я думала, он будет намного темнее, а он прям такой веселенький, живой цвет. А? Мы с вами попробовали уже 4 оттенка из первого блока, сияющие. Сливовый прекрасен. Мне он тоже очень нравится. Кстати, когда смотрела на картинках, я смотрела на более светлые оттенки. Но сейчас я понимаю, что темные мне нравятся больше. Хотя они не очень темные, у них такая прозрачность приятная. Какой приятный аромат от губ. Миш! Следующий блок — это мерцающие оттенки, их всего 3, и мы начинаем с мерцающего розового, его код 38768. Вот такой красивый цвет. Посмотрим, чем они отличаются от сияющих. Наверное, еще более блестящие, может быть. Если сравнивать с первым блоком, то мерцающие, то есть сияющие, они выглядят как помады энергоблеск. А эти же, это просто как жидкие помады, в них нет блесток. Они действительно сияют, но достаточно, нужно аккуратно наносить, иначе будет полосить. То есть не наносить слишком много, распределять тонким слоем, и тогда ляжет классно. Да, мне нравится этот оттенок. Но помните, что он совсем другой. Те, как энергоблески, эти уже пошли как жидкие помады. Классный цвет, очень красивый. Все мне идет, а? Что делать? Какой же выбрать? Следующий оттенок — мерцающая фуксия. Его код 38769. Посмотрим, насколько фуксия будет фуксией. Набираю помаду и аккуратненько наношу на губы. Светлая фуксия. Мне это нравится, потому что фуксия бывает настолько яркая, как я говорю всегда, вырви глаз, что ее редко кому можешь порекомендовать. Здесь же мы можем рекомендовать всем. Не такая уж она и яркая, а очень даже такой красивый цвет. Как под загар будет красиво. Кто загорел, девочки, это бомба. Правда красиво. Удобная кисточка. Еще раз убеждаю, что кисть, конечно, классная. Вкусненько. Фуксия. Итак, мерцающую серию завершает мерцающий вишневый оттенок 387-70 его код, и пробуем на губах. Он обещает быть прям очень темным, по крайней мере, выглядит он самым темным из того, что мы уже попробовали. Так. Да нет, он не темный, он классный.
Просто супер цвет. Я думала, вот я их все перепробую, и точно мне будет легко выбрать, какой себе заказать. А теперь я думаю, вот выбрала я себе два, надо было их заказать и не пробовать. А теперь мне нравится уже несколько штук из этого. Обязательно пишите в комментариях, что вам нравится на мне. И что вы себе выберете. Ну, вот так. Уже губы устали. Это уже 7-я помада, которую мы подряд пробуем. Вернее, я пробую, вы смотрите. И, конечно, губы уже немножечко устали. Как вам цвет? Мне кажется, он волшебный. Как и все предыдущие. Мерцающий вишневый. Переходим к блоку глянцевых помад. Их тоже 3 штуки. И будем сейчас тестить глянцевые розовые 38-765. Вот изначально я именно на него и запала. Два цвета сейчас вы увидите. Этот и следующий. Смотрите, какая у него упаковочка прикольная. Такие как будто подтеки краски серебристой. Но мне кажется, он будет очень светлый. Какие зато приятные ощущения. Ну, его совсем не видно на губах. То есть он прям как невидимка, мне кажется. Все. Просто как будто натуральный цвет губ. Розовенький, нежненький, ничего такого особенного. Немножко блестит. Ощущения очень приятные. Легенький такой на губах. Но он все равно липкий. Хоть написано не липкий, все равно они все липкие. Вот, ну прям, если волосы прилипнут, мне кажется, потом будешь их отдирать. Очень бледный. Хорошо, что попробовала, потому что заказывать я его точно не буду, потому что мне нет смысла брать такой бледный цвет. Что вы думаете? А это тот самый второй цвет, на который я засмотрелась, когда только открыла первый раз этот разворот в каталоге. Он называется глянцевый бежевый, код 38-766. Ну что ж, попробуем. Интересно, как моя интуиция подведет меня или нет на этот раз? Да, очень красивый цвет. Он тоже очень натуральный, приближен к естественному цвету губ. В этом тоне нет каких-то резких таких оттенков, как фиолетовый, там сиреневый. Он очень приятный. Классный цвет. Мне нравится, а вам? То есть, если первый был очень-очень светлый, его вообще не видно на губах, то этот просто вау, сказка. Может быть, мне даже темный понравится еще больше. Сейчас будем пробовать. Итак, остался один оттенок, который мы сейчас с вами потестируем. Это глянцевый ягодный, его код 38-767. Самый темный обещает быть, самый экстравагантный, но это он обещает. Посмотрим, что будет на самом деле. Да, он действительно самый темный. И вот когда я была брюнеткой, я такие цвета просто обожала. Но сейчас нет, он мне подходит только именно сейчас, потому что у меня в серьгах фиолетовый камень и платье такого темно-фиолетового цвета. А обычно мне такой красить будет некуда. Соло цвет. Все-таки с рыжими волосами не так хорошо смотрятся такие фиолетовые оттенки.
но он красив. Кстати, вот его надо тщательно носить, чтобы не было просветов и полосочек. Но он правда красивый. Но заказывать такой я не буду. И получается, что я жду ваших отзывов. Какой цвет мне выбрать? Но очень мне понравился предпоследний оттенок. Скорее всего, ему я скажу «да». И хочется еще какой-нибудь из блестящих выбрать цветов, чтобы губы сияли. Потому что люблю я сияющие помады, особенно летом. Итак, мы с вами потестировали все 10 оттенков. По ощущениям, мне помады понравились по качеству, но, может быть, им надо какое-то время, чтобы слой встал, да, помады, и не был липким. Еще есть такая рекомендация: не делать, как делаю я. То есть наносите помаду жидкую и оставьте ее, дайте ей высохнуть. Не надо вот так делать. Это запрещено. Потому что мы нарушаем вот этот слой помады, и попадает слюна. Помада не встанет так красиво, не будет такой глянец классный. Поэтому, если сможете, так не делайте. Ну, в принципе, я это делаю уже, я не знаю, по привычке. Столько лет так привыкли с детства. На маму смотрели, она так делала, бабушка так делала, и мы так делаем. Вот. Но с жидкими помадами и блесками рекомендуется так не поступать. Итак, все мы с вами попробовали. Жду ваших комментариев, жду ваши отзывы. Какая помада вам нравится больше всего на мне? Что вы хотите заказать для себя? И на этой позитивной ноте мы с вами и попрощаемся. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока! GoPro Stop Video! Ой, не пока еще! Еще поставьте лайк, если видео понравилось и оно для вас полезное. И напишите обязательно комментарии. Ну, не забудьте подписаться на канал, чтобы всегда получать наши видео. Нажмите на колокольчик. А вот теперь пока-пока.